Вы думаете, зачем я сюда иду? Сейчас. Где ты тут? Где тут? Вот она, сорочоночек, видите? Сейчас. Я просто его покажу. Мама волнуется. Где ты? Не бойся. Вот он. Видите? Он тут живет. Вот здесь, вон он. Ну что ты? А Марсик на него накинулся. Проходили. Ну, он немножечко потрепал. О, как чуть-чуть. И я успел выхватить. Он целенький все. Ну, еще молодой. А вон мама его. Вон она. Вон. Видите? Вон она волнуется. Видимо, они его как-то кормят. А Вика... Его даже появилось пипеточки. Где ты? Где ты, сорочонок? Вот он. Вот он. Вот ты, маленький. Ну, вылазь, все, она тебе сейчас даст кушать. Она возле него постоянно крутится. А он, вон он. Куда? Он меня боится. Ну, что ты, где ты? Вон же ты. Вон он. Он такой шустрый. Убегает. Все, я ухожу. Ухожу. Мамаша разволновалась. Ну, здесь он. И вот мы. Вот он. Вон он, видели? Он забился. Вот они, крылышки. И вот она его тут, видать, учит летать. Выпал из гнезда. Все, ухожу. Все, пошел. И успокоилась, видите. Я ушел. Вот такое беспокойное хозяйство у нас в саду. То черепашку найдем, отнесем ее в озеро. То птичка какая-то выпадет из гнезда. И всех надо спасти. А тут надо червячков спасти. Я рыбу ловил, а вон уже, видите, нагрелись они на солнце. Надо идти срочно их в холодильничек червячков поставить. Все, спичку проверили. Ну, Марси, конечно, он не злодей, он не такой, как Жорик. Он просто ему любопытно, интересно. Это нечто другое, чем, скажем, этот... Ящерица тут. Немножко другой менталитет. О, вон они. Услышали звук калитки. Марсенчик, видел твою птичку? Она живая, здоровая. Мамаша там. Вокруг нее крутится. Марсик, надо любить животных. Братьев своих меньших. Сестричек. Она тебе как сестричка. Сорочка маленькая. А ты хотел с ней, наверное, подружиться, да? Ну, она крылышками так машет, а он боится. Я, конечно, перепугался, думаю, сейчас кусанет ее за горлышко и все. Но нет, он просто решил с ней поиграть, да? Ты еще не хотел ее съедать? Да он ни одной ящерицы не съел. Этот Марсик, он так, одни понты. Вот я спасаю тоже. Спасаю червячков. Видите, у нас тут. Это у нас. Вот уже арбузик у нас. Вот уже дынька у нас. А это в гараже холодильничек. Ну что, общество защиты животных. Дима прервал съемку. Ну что, Марсенчик? Птичка живая, видел? А Мирка, она... Нет, она не агрессивна. Она из любопытства там... Она же ей нашла эту птичку. И тут история. Вика потом ее отнесла. Я снял это. Первый фильм, потом второй фильм я ходил, нашел, где они там живут. Ну, а тут мы ходили с человеком, там я показывал ему прудик. Ну, и забыли. А Марсик накинулся на сорочонка. Ну, на куст накинулся. Я вовремя его отбил.
Пошел, проверил, сорочонок сидит в кустиках, видели, жив, здоров. Вот, Марсюнчику я говорю, что Марсик, ты слышишь же? Не надо. Надо, знаешь, что кушать? Колбасу. Это не дает мне. Это ж я разговариваю с Марсиком, она уже тут мне в живот тычет. Вот хвост. Колбасу надо есть, кашку. А братьев ближних не надо, зачем их есть? А ты вот, вот ягоза. Вот с ней надо. Я с Марсиком разговариваю, а она ж лезет. Лежи. Марсюха, ну что, договорились, да? Что мы братьев пернатых не трогаем. Все, и даем им развиваться, стать на крыло. Потому что сорочонок маленький, но те, которые выпали, они погибли два. А эти уже, видишь, подросли. Их там двое было. Один, наверное, уже летает. Вот у вас бы были крылышки, и вы бы летали бы. Ну, так, наверное, судьбою сделано, что кто-то летает, а кто-то вот так вот. Вот крылышко. Бег. А кто-то лежит на спинке. Довольный, деловой такой. И глазиком подсматривает. Ну, кто там? Мирка. Все. Объяснил я ситуацию. Лирик он нет. Он насчет этого, он никого не трогает. Он только ходит, купается и все. А Марсик вот немножко меня напугал. Ну, оказалось, что все благополучно закончилось. Все. И это же в камеру лезет. Ну, все, ну тебя. Ну, садись, все. Тебя сниму, все. Тебя. Тебя, сказал. Сиди. Сиди на расстоянии. Старается залезть на меня и укусить меня в пупок или поцеловать. Где ж вас должен снять? Да сиди на расстоянии. Мирка, сядь. Все. Не, они не могут на расстоянии. Им надо обязательно залезть на голову хозяина. Вот пока пьет, я и заканчиваю свои съемки. Пошла опять на меня на голову залазить. А Марсик устал. Отдохнешь, поедем на сегвее кататься.